Всем привет, ребята, с вами я, Кирилл, и сегодня мы продолжаем эту замечательную игрушку Stick Adventure. Поскольку мне пришлось переснимать, ведь там было слышно чужие голоса, нам придется вот это вот проходить, хотя я это уже проходил. Ну, это кое-кого. Реально из кое-кого я не мог просто, ну, это так оставить. А, ну ладно, поближе игре. Ну и открыл. О, там открылось, там где вот это. Я не читал комментарии. Это оса или муха? Опять эти сопли. Итак, ребята, мы заходим в портал и... Итак, ребята. Мы прошли этот уровень. Теперь мы проходим 27-й. Юху, сколько монет! Монетный уровень прямо. Юху! 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 Этот уровень быстрый. Да, ребят? Двадцать восьмой. Погнали. А как, по-вашему, я должен был... Это кот, не переживайте. Это мой кот. Он там чего-то боится, что-то мяукает. Это ж я решил. Это радиация. То, что она за один раз это убивает. Это, кстати, похожая игра на ту. Это не Red Ball, а такая же игра, как эта. От этих же создателей. Да, вот эти создатели спокойные игры создают. Да, вот я бомблю. Из-за того, что мне лайки не ставят. Ставьте лайки, ребятки. Я не буду брать этот магнит, из-за этого нам рекламу включат. Да, ребят, а нам не нужна реклама. Опять умерли. Не успел. Погнали. Раз, два, три, четыре. Вот тут, если умираю, то я спавнюсь не в самом конце, а мне включается специальный экран, которого я уже боюсь вот тут прыгать по этим радиоактивам. Так и самое я умер. Так, а с той стороны точно ничего нет? Нет. Я люблю понаходить ошибки игр. Можно перепрыгнуть, хотя мой персонаж больше, чем эта дверь, и он ногами касается. Это я сделаю.
Итак, ребята, начинаем. 29-й. Вот в этот левел я не играл. Ай. Пеннивальс. Ну, вальс. Нет. Чекпоинт. У нас этот меч уже был сколько раз. Юху! Пем! Пом! Пем! Может кто-то, кстати, сделает такую озвучку от Кирилла. Пем! Пом! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Ай! Пем! Пом! Пем! Пом! Пем! Тыщ-тыщ! Пем! Не, а реально неплохая озвучка, да? Как обычно тут киберпанк. А планшете? А, не, кресло. Мне б синькую, пожалуйста. Ребята, закажите мне синькую кресло. Ой-ой-ой. Ладно, не буду со своей звучкой. На, на. Ладно, я не буду его пытаться достать, ведь он меня сейчас убьет. Пила, ты что-то побыстрее стала кататься. Ладно, 30-й уровень, и на этом мы заканчиваем. Мы сейчас пройдем босса. Если бы это не дурацкая реклама. А по головам не можешь стрелять? Просто это больное место. У меня просто почти что такое же есть игра. Пока. А в него топором в голову кинул, а он остался жив. Ребят, вы готовы? Вы готовы проходить босса? Tap to play. Кто это? Ты кто? А, я ничего не делал. Ай! Ну вот так вот долго его долбить, ясное слово. Что ты делаешь? Да блин, харе, харе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стреляй, яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да харе взлетать.
сядь на корточки. Ай, прибило немножко, совсем немножко. Киберпанк, да. Барсик. Третье объявление. Продолжить просмотр. Не закрывается это объявление ваше. Нет. Ну не может оно закрыться. Ну объясните мне, ну как это так? Уже ролик 10 минут идет, а я хочу быстро снимать. Первые вообще 5 уровней были за 5 минут, а этот уже 10 идет. Все. Все. Не достал. Ай! Ура! Мы прошли его. Нужно потанцевать, побуксовать. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте колокольчик. Если хотите, пишите комментарии. Только, пожалуйста, не ставьте дизлайки. Всем пока!